Быстрый банановый десерт с карамелью не нужно выпекать, это вкусняшка, просто находка. Когда хочется сладенького или гости вот уже на пороге, готовится просто и быстро, а получается безумно вкусным. Быстрый банановый десерт с карамелью готовится за считанные минуты, плюс его в том, что он универсален, в него можно добавить любые ягоды и фрукты, орешки, кокосовую стружку и даже кукурузные хлопья. Сегодня поделюсь рецептом, как приготовить этот десерт в том виде, в котором люблю его я. Карамель у меня уже готовая, если у вас ее нет, можно сделать ее самостоятельно, рецептов в интернете достаточно. Сливки мы взбиваем без сахара, так как карамель и банан дадут ее достаточно. Десерт получается очень сладким, о калориях я скромно умолчу, но это просто мега вкусно. При подаче посыпьте десерт сахарной пудрой, подавайте его к столу. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Банан очистите и порежьте тонкими кружочками, сливки взбейте с помощью миксера до устойчивых пиков, печенье поломайте на небольшие кусочки. В креманку выложите половину печенья. На печенье уложите порезанный банан. Залейте все карамелью так, чтобы она наполовину покрыла банан. Вкусняшки, подписавшимся. С помощью ложки выложите слой взбитых сливок. Затем красиво разложите кружочки банана и полейте все шоколадом. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Банан, 2 штуки. Печенье, 70 грамм. Готовая карамель, 300 грамм. Сливки, 250 грамм, жирностью 30% и выше. Сахарная пудра, 4 столовые ложки. Шоколадный топпинг, 4 столовые ложки. Количество порций, 2. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Заходите в гости.